пляже, после того, как покатались на лодках, играют в бейсбол. Саша бьет перед этим луком. Данька бил. Данька бьет мощно. Опа. Саше хуже получается. Там вот Данька. А это вот дед наш прячется. У нас пиво на общественных местах пить нельзя. Он его завернул в футболку и делает вид, что он пьет пепси-колу. Хотя понятно, что пепси-колу никто не прячет. Так, Лукас сейчас на мафте, он будет опять кататься. Да. Так, теперь у нас будет Даня бить. О! Брейк! Пока я его уменьшила, чтобы было видно не только его лицо, но и как он бьет. Вот, внимание. Опа! О! И куда она улетела? Очень далеко. Саша побежал за ней. Саша, вот на плоту это Даниэль, он в жилете такого оранжевого, и Саша. Сейчас они, я думаю, будут прыгать оттуда. Не знаю, увидите вы или нет что-то, потому что солнце, вроде солнце снимаем. Ну, давай, Даня. Раз, два, три. Считают. Кто будет первый прыгать, считают. Ну, давай. Не хотят прыгать. Окей, Саша прыгнул. Сейчас Даня. Даня боится. Не хочет. Ну, Саша хочет помочь ему. Ну, не хочет. Даня. Прыгать. Ну, давай. Раз, два, три. Вот снова Саша и Даня на плоту думают, прыгать или не прыгать. Но считают на кулаках, кому сколько выпадет, кто первый прыгает. Так, Саша готовится. Но не хотят. Ну и долго же... Оп, Саша прыгнул. Даня боится. Даня не хочет прыгать. Ну ладно, все. Так, тут вот роняют детей. Это уже третьего. Двоих уже отнесли, теперь третьего понесли. На первых раскачивались сильно.
закрывает все. Уронили Даньку. Опа, сейчас еще лодку на них уронят. Так, а тут уже... Тут в песке еще. Ага, тур делает. Понес криком днем рождения. Так, это мы приплыли вот на вот таком каное. Нас 3 взрослых и 2 детей. Вот, бабу силой. Да, меня чуть не утопили. Я не знаю, чем, что я плохое им сделала, но они меня в лодку усадили. Да, вот камешки. Вот. А вот там, сейчас, если я смогу увеличить. Там Саша с дедом рыбу ловит. Да, два Саши. Вот поймали лягушку. Про. Лягушка. И уронили ее на маму. Ну, молодцы. What a noise. В смысле шума. Так. А где же эти рыбаки? Вот они. Вот там, да, лодочка там видно. Вот, теперь уже не видно, я резко сильно увеличила. Вот они там уже одну рыбку поймали. Если поймают вторую, нам скажут. Вечерний костер. Дети палят костер. Баба их охраняет. А дед с Таней на рыбалке были. Вот. Перед этим Саша был. Саша поймал одну рыбу большую самую. Вот. Джейсон поехал куда-то... А, лед покупать. Ну вот. Так что мы вот все сидим здесь. Саша переговаривается с мамой. Саша у них командир, что скажет, они его слушают.